Михаил Веснов, мы пришли к блокаднице. Мы пришли к блокаднице. Вынули тетрадку. Расскажите, бабушка, все нам по порядку. Как вы голодали, как уже нажали, как нашу кашу по ночам бросали. Предлагает бабушка, ласточки конфетки. Предлагает бабушка, угощайтесь, детки. Здесь видите пьянки, вот здесь помадку. Я на белой скатерти разложила тетрадку. Лечилась бабушка, если вы болели. Как же вы работали, если не ели? Отвечает бабушка, угощая чаем. А пирог с капустой мы не покупаем. Я сама пеку его. Кушайте, касатки. Я вожу ручейно ручкой по тетрадке. Правда ли, что воду из него носили? Сколько же народу вы похоронили? Отвечает бабушка, что ж вы не едите? Может быть, оладушков вы еще хотите? Я совсем забыла, ешьте шоколадку. Мне девчонки шепчут, закрывай тетрадку. Ели мы оладушков и пирог с капустой. До свидания, бабушка. Было очень вкусно.